Мне нужно попасть... А, в MLG, все понял. Ну, это я сейчас легко сделаю, смотри. Почти. Оп! Ага! Ребята, всем здорово! С вами Витёк, Колёса, новый Ричард, третий который, Цветок. Сегодня он смотрит прям вам в душу. Приглядитесь его глазам. Сразу беру уровень из своей группы ВКонтактике. Рублевский Джей. Как так? Нет такого автора. Сейчас я просмотрю. Ага, все-таки нашел. С какой-то ошибкой было где-то написано. Ладно. Very Art Bottle Flip. Вот такую вот штуковину мне заделали тут. Пошли посмотрим. Не бойся Витька. Не бойся Витька. О, боже. О, жесть. Ладно. Дудузис, дондузис. У меня глаза вытекают от того, что я вижу. Фига себе, сразу три бутылки что-то зашвырнул. Давай, давай. Для массовости. Они где-то разбиваются, но я не понимаю, где. А, там еще сверху какие-то ячейки есть. Ёлки-палки. А как вон туда направо-то попасть, я не понял. А, там дырка, что ли, вот здесь посередине, там, где найс. Направо проход. Все разбились, ты прикинь, вообще все разбились. Видимо, за это тебе и понаставили это всего лишь... Ты что, прикалываешься? Всего лишь двойку поставили за уровень. Здесь потолок, потому что не надо было потолок делать. Потолок мешает игре. Оу! Я чуть в бога не попал. Найс. Ну ладно. Для начала окей, но... Черт побери, что ж... Это такой вырви глаз. Не надо такие уровни делать. О! Just прикол for Витя. Я боюсь. Я боюсь запускать этот уровень. Там наверняка такая же рисовка. О! Почалка. Почалка с УФ, упоротой фигурой. Dark UN. Какая-то клешня. Там какой-то бегущий красный монстр. А это не клешня, это что? Почему это рука с ртом, одним глазом и с рогами? Что это вообще такое? Скоро этот демон станет сильнее и нападет на тебя. Так будет выглядеть Dark UC, потерявший силу. Прыгни тут, если ты хочешь сломать уровень. Нормально. Спасибо, что научил меня ломать уровни. Ты крут. Пойду посмотрю на фигуру упоротую. Мама. Скоро я доделаю этот уровень. Не, такое творчество нам не нужно. Давай, соберись. Я понимаю, что ты наклепал эти уровни буквально за там час-два максимум. Ну, по крайней мере, мне так кажется. Надо собраться и сделать, чтобы было вообще мощно. Давай. Так, я аж вышел из игры. Понимаешь, как ты меня испугал своими уровнями? Stay Shock. Bottle Flip Dark UC. Так, для меня... Ты должен победить его. Забросив MLG. Не мешай Вите. Водьяра. Прикольно. Типа пришел такой Dark UC, заломал тут мне Bottle Flip. Палим, ребята. А, это продолжение. Слушай, это уже третья часть Bottle Flip с историей, ребят. Это Bottle Flip с историей. Понимаете? Ну, погнали. Мне нужно попасть MLG. Good, good noob. А, в MLG, все понял. Ну, это я сейчас легко сделаю, смотри. Почти. Оп! Ну как? Ну как? А что, зачитывать не надо? Я просто не вижу, я просто не видел текста, потом почитаю. Ну, уже круто, да? Погоди, а я MLG сделал, и что теперь? Я думал, что-то должно сработать. Или мне нужно как-то хитро это сделать. Ну давай еще что-нибудь закинем.
Космос прям запустил. Или мне нужно гуд-гуд нуб сделать все-таки. Ладно. Давай, бутылек. Елки. Пача. Нормально поставил, поставил. Какая разница? Я его не хватал. Оно само. Уронил. Блин. Ах, руки мои кривые. На, я думал, сейчас MLG 2 будет. Но нет. Давай, бутылка. Гуд. Закрываем глазки и... Ой! Слушай, ну там нечестно. Там, получается, бутылка под уклоном стоит. И там вторую бутылку на нее хрен поставишь. По крайней мере, новичка поставишь. Но я думаю, она там не удержится. Ее там собьют. Фига себе швырнул. Ух, прям чуть Витька не... О-хо! Мне это, черт побери, нравится. Правильно, правильно, правильно. Давай, давай. Там надо это побольше, побольше бутылок на MLG накидать. Так, вторая уже была, да, третья. Слушай, я, получается, что? Я за 5 за 6 бутылок? А, за 5 пока что бутылок. О, отлично. 4 бутылки где-то наверху валяется. Вот ТФ пишут в чате. А я чат-то включил, погоди. Да, смотри, я чат не включил. Ребята, что же вы молчите? А, ну да, вас же не видно. Так, геймер. Тоже неплохо. А, вы там счет ведете? Вы, я не знаю, ставки каким делаете? Сейчас у меня 4 бутылки, ребят, как бы стоят. А, может и уменьшится количество бутылок, которые стоят, потому что там кто-то может кого-то выбить, например. А может и увеличится. Ой-ой-ой, опасно. Так что делайте ваши ставки, господа. А, стоп, эту бутылку я вообще достать не могу. О, чем я и говорил, да? И все, и разбили дважды. Ну ладно, хотя бы второй MLG выкинул. Так, эта бутылка у нас вне зоны доступа оказал. Нормально, две бутылки просто тупо разбились. Окей. Да что ж ты будешь... А, подвинься, подвинься, здесь я стою. Борзая бутылка. И... Ну давай, ну что ж такое-то? Нет места никак не втиснуться. На! Ну что тут скажешь, ну 4. 4 так и осталось. Натягивать мы не будем, как говорится. Вин. В принципе, я считаю, это вин. MLG выкинуто было 2 раза. Витька там понастроили целую этажерку. Прикольно. Спасибо тебе за уровни. А, так, давай-ка мы тебе поставим 5-ку. Потому что действительно ее заслужил, согласитесь. Было... You must be logged in. Ну, ё-моё, я залогиниться должен, а я разлогинился каким-то образом. Не, ну сейчас я не буду это делать тогда. Где тот самый специально обученный человек, который ставит 5 баллов тем уровням, которые я скажу? Ставь этому уровню 5 баллов. Робот-геймер. Pogo Game 4VP. Вы, кстати, смотрите Цветку в глаза? Если смотрите, то, по идее, у вас должна появиться такая мысль навязчивая в голове. Почему я до сих пор не поставил лайк? О, нет, я его поставил. Это у тех должна появиться мысль, кто уже поставил. А у кого не поставил, такие должны... Опа-опа-опа, блин, точно, я же не поставил лайк, а идти ставить. Так, я должен сказать тебе секрет. Next. Ты можешь активировать протокол пошалка. Для активации этого протокола тебе нужно собрать 5 УЦ. Удачи. Опять УЦ где? Здесь где-то? Оу. А, я понял, я должен сначала 5 УЦ собрать, а потом пойду за пошалкой. Ладно, погнали. Первый УЦ есть. Как его собрать?
А, можешь крикнуть? Воу! Так, сколько УЦ ты собрал, ты можешь увидеть на старте. Но мне нужно 5 собрать. Ух ты ж нифига себе! Ух ты ж нифига себе! И как мне это проходить? Ты издеваешься? Я что, настолько пога крутой? Это жестоко. Не, это очень жестоко для меня. Какой-то крутой робот, смотри, со мной говорит. Он меня еще и не пускает. Каждый раз нужно прожимать все заново. Слушай, а получается, потом еще и обратно нужно будет как-то вернуться? Боже мой, робот, зачем ты сделал... Зачем ты это сделал? Мне очень хочется посмотреть, что будет дальше, но при этом... Мне очень хочется жить. Стоять! Стоять, спиной притормозил. Так, а как того цветка-то собрать? Нормально. Я пришел к тебе, цветок. Я тебя соберу. Я за другом пришел. Ладно, друзья, стоит игры. О боже, нет, только не еще. Да блин! Слишком глубоко вошел. Ну ладно, в принципе, я понял, что это играбельно. Нормально, нормально. Так, берем цветочек номер раз. Так, ну здесь прыжок просто из расслабленного состояния. И он допрыгивает куда? Облом. Но не в этот раз. Да что ж такое-то, все кишки уже оставил там. Да выпрыгни ты оттуда. Ему нравится, по сути. Походу ему очень нравится. Да как с тебя сдернуть-то? Ох, спасительный кончик Поги. На кончике завис, черт. Достопочтимый Вент выронил 100 рублей. Спасибо за донат. Как говорится, ребят, зато никакого геморроя. Все просто хорошо. Так, ну-ка, лежи, лежи, лежи. Я цветок соберу. Лежи, 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 лежи. Чтобы не падать. Он не берется так далеко низко. Ты, блин! Слушай, у меня сейчас пригорать начнется с этого уровня. Я себе акробат. Ладно. Еще то, что мышку нужно постоянно хватать. Я играю это правой рукой на стрелочках, левой рукой на пробеле. И периодически надо мышку выхватывать. Оп. Так, там сверх какой-то куб был. О, далеко. Да боже. Пасхалку хочу получить. А для этого нужно собрать 5 УЦ. Нифига себе сиганул. Ё-моё. Лунная дорожка Майкла Джексона прям... Прям здесь сделал. Ё-ё-ё-ё-ё-ё-ё! Да ё! Слушай, можно же выпрыгнуть и оттуда с той стороны взять цветок. Чё я туплю? А ты чё не подсказываешь? Не смотри так на меня. Фига себе. Новый скилл, ребят. Подбирание цветка в полете. Стоять, стоять, стоять. Стоять. Прыгать. Прыгать, стоять, стоять. Стоять, прыгать, прыгать. Не прыгать, не прыгать, не прыгать, стоять. Прыгать! Ой-ой-ой, перелетел! Тихо, 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 живи! Живи, живи, мужик, живи! Мужик, 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 ты сможешь! Оп, 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 молодец, молодец какой ты, смотри, задний ход дал! Выпрыгивай! Да что ж такое? Я же сказал, выпрыгиваем! Да капец, блин! Жопа горит! Подушите мою жопу! Чё, перепрыгнуть не мог, что ли? Я же хочу увидеть, что там будет дальше. Надеюсь, это не будет как с чем уровнем Чип-Чилинки, помните? Winter Pog of Fight, который вот капец взрывает в заднице. Мою он там взорвал несколько раз, между прочим. Сколько я раз в него играл, все время мою задницу взрывал этот уровень. Ой-ой-ой. Да что ты ж... Так, бомбит, бомбит, да.
Чао бомбита Симу Юрита. Знаете, такая песня есть. Ты-ты-ры-ры-ры-ры. Чао бомбита сеньорита. Ай. И пинг. Да что ты, как тебя? Как это у тебя получилось-то, мать? Ну еще живой. Домкратом себя вытаскивает, посмотри. О май гад! Я обязан пройти. Давай, 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 давай! Ну ладно. Давай, 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 накручивай! Да блин! Да что ж ты будешь делать-то? Давай. Ну давай, куда? Давай, 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 детка! Так. Да! Да! Капец! Я впервые дошел до сюда. Что тут меня ждет? Так, ну какие-то дырочки. Ладно, в дырочки я надеюсь пролезу. Так, там еще цветов есть. Тут главное головой никуда не удариться, чтобы живым остаться. Черт, и как сюда запрыгнуть? Оп! Я слишком гнущийся, черт. Фу. Так, цветок. Взяли. Ё-моё. Ты чё? В коробку спрятался. Давай, 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 давай. Молодец. Ой-ё, там... Только не это. Чё это было? Блин, это хоррор какой-то. Что с этой бабкой не так? Она на чем-то сидит? Она на цветке сидит. Боже мой, ее было 5 штук. Акробатика. Бабковая акробатика. Так. Это четвертый. И пынь. Оп, перелетел. Пустился. Сейчас какой-нибудь босс как на меня нападет. Кто это? Так, следующий закончит. Но ты... You want to find the C. Если ты хочешь найти УЦ, нажми сюда. Ты слишком глупый. Wait the sound signal and click here. И ты найдешь решение сам. А цветок-то где? Здесь, что ли? Я его подобрал? Давай поиграем, говорит, в игру найди УЦ. Так, элеватор в конец может быть открыт, если ты собрал 5 УЦ. Так, а где УЦ-то? Погоди, здесь уже финиш, а где УЦ? Может быть, надо финиш перепрыгнуть? А, там УЦ на вебке как раз находится, да? Все, я понял. Я понял, в чем прикол про УЦ. А получается, я не могу собрать 5 УЦ? Офигеть! То есть я страдал все просто до того, чтобы до финиша дойти? Не, ну это вообще... Ну это же надо так допереть было, а до такого. Он специально все рассчитал так, чтобы стрелочка показывала на цветка. На! Обернись. Да я понял, что это про цветок, который у меня. Ну, а как же тогда... А, все, работает. Работает лифт-то, работает.
Так, 5 цветков я нашел. А, мне вот сюда, да? Тихо. Копчик не отбей. Едем. Фига себе. Капец, какие-то резиновые лифты. Ну, давай. Оу, неужели? Все 5! Ха-ха-ха! Ребята, пошалка! ОМГ, ты действительно это сделал. Хорошая работа, вот твоя пошалка. Где? А, справа. Погнали смотреть пошалку, ребят. Я знаю, что это пасхалка, я прикалываюсь. Angels 13666. У тебя очень большие глаза. И на них значок загрузки веб-сайта. Отлично. Модераторам привет. Марлури с Пакманом стал. Дедли дед. Что это? Я не могу понять, если честно. Какая-то черная фигня с двумя серыми глазами. Чара. Отлично. А остальных мне лень рисовать. Супер. Молодец. Так, хей-хей, не так быстро. Ты не слышал? Тут проход за сердечки. 15 сердечек в чат. Идешь далее. Я набрал. Так, 15 сердечек в чат, ребят, срочно нужно послать, тогда я смогу пройти дальше. Ну? Где мои 15 сердечек в чате? Мисти, говорят, нет. Ну, он же ленивый, он же сказал. Так, одно есть. Ну, вроде бы набрал, да? Хорошо, пошли дальше. Ха-ха, думал 15 сердечек и все? Тебе надо пройти испытание бетоном. А, понял. Я люблю, кстати, такие рассыпучки. Они забавные. Так, а теперь, когда я знаю, что ты настоящий Витя, я покажу тебе больше артов. Чадов, четверка на ножках. Ник. Ник на ножках. Мимикю. Так, Инкароми, можешь, плиз, нарисовать меня? Два толчка на бутылке. Мисти, кажется, ты кого-то прогневала, и тебя никто не хочет, тебя не хочет человек рисовать. Слушай, сколько я времени потратил на этот уровень. Божечки-кошечки, это жесть. Но я смог. Я, конечно, обычно отступаюсь от уровня от таких, но я чувствую, что я могу его пройти. И все-таки я смог. Спасибо тебе за этот уровень, было круто. Витя говорит, носок-торок. Носок-торок, сделал уровень ты в срок. Кстати, а сделал ли уровень в срок? Автор под названием... Вы же знаете. Нет. Жду не дождусь. Инкароми, ты же смотришь это. Сделай, пожалуйста, уровень. Так хочется поиграть. Пошли в лучшую за неделю заглянем. Balls Row Retro. Fight Club Demo. Прям интересно. Клево. Я типа такой расслабился. А, или мне надо вперед ехать. Ну, слушай, ну что-то подобное я помню, было же. Только в отличном исполнении. Я маг-волшебник, я могу копья через себя проглатывать. Заберите, парни. Фигасе, стиральная доска. Just a demo. Ну, ничего сверхъестественного не показал нам здесь. All Cliffs. Падательные
клифы. Хошь налево, хошь направо. О, яблочки. Дай проехать, мужик. На перегонке с креслом, ребят. Интересно, как у меня нога-то отвалилась. Так, хорошо, что спереди? Мужик держится. Оп-оп-оп-оп-оп, секреточка. Хорош. Так, а где сейчас цветок будет наверняка нарисован? Ну, це, да? Иначе зачем все это? Так, деда. Ах! Фига себе кишка. Эй, финиш-то я нашел. Секретный финиш в пещере. Ну, так себе уровень. Я бы не сказал, что прям круто. Breaking It Out 2. Климчик. Любимчик. Русский чувак явно сделал. Давай посмотрим. Привет, нажми пробел, нажми Ctrl. Finish the line и situated Thunder. What the fuck? Ну, я выиграл. Дичь какая-то. Ну, смотри, Pogo Fight Easy. Я использовал мой спам-эмейл. Нормально. Help. Help. Easy. Slaughter him. Так, ладно, парень ковырялся в носу. За этого мы его слегка прокинули. Странный какой-то Pogo Fight. Я не вижу здесь ничего такого сверхъестественного. Акробатика, пацаны. Итак, кто-нибудь смотрит танцы на ТНТ? Давай, танцуй. Вам не кажется, или поддержка слишком задержалась? Я просто боюсь сейчас Pogo спускать, потому что мало ли что там, динамический удар в ляжку произойдет или еще что. Но, в принципе, эпичненько выглядит. А что, если мы ее на ноги поставим? Ох, нифига себе. Отпусти мою Pogo, это моя Pogo. Выйди из меня. Выйди из меня. Давай, детка, выходи из меня. Что происходит, а? Почему я размахиваю человеком как флагом? Перестань это делать. Да что ж, куда тебя выйти? О! Кара пришла! Кара! Покарал меня маленький ребятенок со словами: «Оставь мою мамку в покое!» О, да. Роуп свинг. Пресс Z. Я не буду переигрывать. Там и так все эпично получилось. Оуч. Оуч. Что? Что здесь такого сверхъестественного? Почему у тебя столько рейтинга? А ну колись. Ой, ляжка оторвалась. Ну, да, там такой акробатический номер. Достойный нужно выполнить. Нужно сразу двумя руками зацепиться. Опа! Нифига себе, куда тебя несло? Лечу! Я перепрыгнул блокирующую фигню. Ну нафиг такой. Ну как так, а? Ну что ты делаешь, человек? Пиксель-арт. Интересно. Ложовый пиксель-арт. Огонек. Золотая лопата из Майнкрафта. Почему бы и нет? Супер Марио. Мегамен. Какой вам больше всего понравился? Они все были классные. Они были все эпичные. Ну, конечно же, они все эпичные были. Лицом посчитал пол. Да уж.
Давай вот этот вот роупсвинг попробуем. Чё-то чую, то же самое будет, только в другой расцветке. Хоп. На-на-и-на. Ох, нифига себе, тут крутяшка. Ну давай. Ну тут пилотка. Я упал. Ой-ой-ой, дула, лечу, Супермен. Простите меня. Do you can? Что? Ну это точно не английский, не англичанин делал, потому что do you can? Ты сможешь? Только, боже, у меня мозг разрывается от этого названия. Я пытаюсь понять его, но не могу. Do you can? Ты банишь? Ну, Кен — это еще консервная банка такая, знаете. Ты банишь? Звук прикольный. Так, все, я не Кен. Видимо, нужно как-то... Летать оно не умеет, да? Хох ты ж! Ха-ха! Нормально, живи, 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 живи. А, так. Так, 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 так. Фига себе там, смотри, 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 в космос. О! В космосе инопланетяне успели отстрелить мне голову. Ну ничего страшного, ребят. Я на финиш. Я ушел на финиш. Do you can? Черт побери, надо же так назвать. Ладно, на этом мы пока закончим. Всем спасибо за внимание, это был все тот же старый добрый колесный прикол. Надеюсь, вам понравилось, свое нравилось, можно высказывать лайками, поделившись с другом и добавив в плейлист. Собственно, спасибо за внимание, пока!